Всем хай! С вами канал Белос ТВ, и сегодня мы с вами продолжаем прохождение игры под названием... Так, сейчас скажу... Guns, Gore & Cannoli. В прошлой серии мы с вами прибыли в порт и дошли до города, спасли одного чувака, ну и попутно узнали, что город населяют некоторые зомби. И некоторым игра даже понравилась, и я думаю, они не прочь, чтобы я продолжал прохождение этой данной игры. Тем более вышла вторая часть, поэтому давай, загружайся быстрее. Так, вот. Так, ваш есть. Так. Да. Так. Есть. Так, опа. Разъярённая женщина. Ее муж. Так, тихо. Прибавлю чуть-чуть звук, чтобы слышно меня было. Хорошо. Воу! Повар! Так, тихо. Эть! Так, все отлично. Так. Во! Хм! Нифига себе. Это называется, ребят, цепная реакция, если кто не знает. Так, тихо. А, могу гранатки кинуть? Во! Отлично. Так. О! Во! Отлично. Так. When it goes, just blow the crap out of it. Так. Ой! Так. Get the fuck out here! Get the fuck out here! Слышь? Так. О! Подожди. Ребят. Ну ладно, последняя бочка почему не взорвалась. Блин. Чё? Так. Ну умри, блин! Во! Так, два патрона осталось, ничего страшного. Так. Аптечка. Калория. Ибо знаю я эту фразу. Потому что я играл в первую часть, но ради подписчиков я готов ее переиграть. Так. Воу, подкатывай, подкатывай ко мне, слышь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Отвалите! Отвалите! Воу! Так, блин! Они просто на меня слишком много нападали. Так, ладно, попробуем еще раз. Так. Так. Воу. Жена. Муж. Смерть вас разлучила, однако. Так. Так. Так, есть. Так, цепная реакция. Не лагай, игрушка, не лагай. Так. Воу. Нафига я кинул туда молотов, мог бы гранату кинуть, ну да ладно. Так. Отлично. Оу. Так. Так. Воу! Воу! Тихо, так. Так. Ну блин! Во! Так. Что у нас дальше? Так. Регби. Чё? Не получилось, ну ладно. Он сейчас побежит обратно. Ну сдохнешь! В смысле? Во! Так. Ну ладно, почти попал. Так, давай, стреляй. Не лагай. Так. Да блин, свалите с меня. Во. Так. Капец.
Блин, хорошее местечко тут. Твое? Там ведь на вывеске сказано раз, не так ли? Я не покину это место, пока там валят зомби. Ты можешь оставаться тут. Такой парень, как ты, всегда пригодится в делах. Спасибо за предложение, но у меня уже есть работа. Давай ближе к делу. Где Фрэнки? Я догадываюсь, что его держат у людей Боннино. После нашествия зомби они начали искать его. Клан Боннино? Кто они? Они управляют этой частью города, что все южные реки. Они не ладят с кланом Белуччо, они воюют, уже сколько я себя помню. Когда я отправлюсь к ним для вечного разговора, я не прячутся. Прячутся? У них хорошее развлекательное заведение в центре города. Престижное место. Ну и бабы. Чтобы добраться туда, тебе понадобится пройти через аллеи. Но я бы не рисковал. Оно кишит зомби, и у них по всему городу оставлены головорезы. И кто я тогда? Никто? Я могу надрать задницу парочки зомби. С такими парнями мне не стоит разбираться. Как скажешь, друг. Удачи тебе. Слушай, Расти, он тебе четко и ясно сказал, что он может разобраться с кем угодно. Хоть зомби это, хоть и клан Боннино. Так. Анна! Так, воу! Так, да блин, а! Хватит ко мне приставать, слушай, так, вот. Так, эти. Так. Мимо. Так. Блин, я его в воздухе убил. Так, вот. Так. Так, нужно сейчас тебе подняться по вот этой вот лестнице, так. 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 Воу. Ой, не туда! Блин. Ай! Из огня до полымя. Посмотрите на труп этой женщины. Я заметил кое-какую одну деталь. Просто приглядитесь к ней, ребята. И вот я советую просто приглядеться к кое-какой детали этой женщины. Так, военные еще добавки сюда получились. Это уже не очень-то хорошие шутки, так. Так, а там что? Там просто лежит двуство клана. Так, перезарядись, на всякий случай, чтобы... Так, блин, тут уже... Будет немножко сложновато. Все, есть. Так. Изи. Окей. Так, чекпоинт. Так, дальше что? Попробуй. Почти. Еще. Все. Да блин, а! Эти военные какие-то уж очень не очень. Так. Добавились патроны к дробовику. Хорошо. Так. Во! С первого выстрела. Ой! Да ёперный театр. Так, во! Все, отлично. Так, Томиган. Так, там снова пожар. Так, ну-ка. И снова, ребят, обратите внимание на деталь этой женщины. Просто, блин, обратите на ее заднюю деталь. Я гарантирую, вам понравится. Так. Ну давай же! Ёперный театр! Да что ж такое-то? Они на меня со всех сторон нападают, да... Вали! Задолбал уже! Да блин, а! Всё! Заколебал уже, ёкарный бабай! Так, на. О! И прям хлопать. Это чё ещё за лепрекон? В смысле? Воу-воу-воу! Мне бы самому не упасть. Тихо. Так, тише. Тихо. Стоять! Да блин, а! Чё они не умирают? Ой! Я горю! Так.
Да блин, а! Да меня бесит эти лепреконы, они, блин, со всех сторон меня мочат. Так, у меня есть другая идея, ребят, давайте поменяем пушку. Раз уж такая лабуда пошла, то можно, как мне кажется, поменять пушку. Все, сгори там. Чё твою мать, так. А тут как? Это было мерзко, и это было больно. Так. Да сдохни уже. И ты сдохни. Господи. Этот дробовик так долго, блин, перезаряжать его, капец. Замучаешься ведь так. Так. Томиган. Ну, а давайте томиганом сейчас постреляем, потому что там раз идут эти. А хотя... Во. Тоже нормально. Так. Есть. Есть. Так, давай. Эти. Так. Так, сейчас пойдут лепреконы. Надо побыть осторожным, потому что сейчас пойдут лепреконы. Вау, не нашел еще грузливые эти. Где он еще один? Я тебя слышу, но я тебя не вижу. Да блин, а я опять в огне! Блин, эти лепреконы, они меня бесят ужасно. Так. Ну чё ты поваренка не умирает? Воу! Скотина. Так. Так. Но! Так. Я же выбирал... А, у меня все закончилось готово. Так. Я люблю больше всего томиган. Давайте попробуем им посражаться чуть-чуть. Так. Туда мы не пойдем. Да заткнитесь, вы уже задолбали! Блин, лепреконы сраные! Бесите уже! Бесячие лепреконы, блин. Так. Давай! Во. Так. Ой, я горю. Так. Так. Дальше куда? Ага, ясно. Ой. А, тихо, есть. Так, чекпоинт. Все, отлично. Да заткнись ты уже. Все, пусть там жарится там. Это что у нас? А, ну ладно. Ой. Воу-воу-воу, гангстеры. Гангстеры, тихо. Все, отлично. Я в гараже, так. А почему я не могу дальше пойти? А, сейчас... Нужно поверху идти, ладно. Валите с моего гаража! Так, блин. Ну, вот. Так. Блин, аптечка бы сейчас понадобилась бы в самый раз. Так. Так, ну-ка, давай. Эти зомби слабые, поэтому их можно расстрелять вот так. Все. Так, томиган. Ну, томиган-то ладно. Чекпоинт. Есть. Так. Тут главное не поджариться. Воу! В воздухе убью! И еще одного. Так. Да заткнитесь вы там! Во! Блин, а! Да блин, я ненавижу этих лепреконов! Они меня бесят! Так, а все уже что ли? Зашибись. Просто, блин, зашибись. Ну чё, иди. Не пойдешь? Ладно, я тебя вынужду пойти.
Во, вынудил его. Так, нет, так я его не убью. А так убью. Так. Так, а ну-ка гранату брошу. One more down. Во. Million to go. Так будет даже лучше. И легче. Да задолбал ты со своими калориями! А твоих калорий уже у всех геморрория! Блин, как эти зомби научились стрелять? Или у них в мозгу тоже подключена такая функция? Жрать мозги и стрелять. Так, ну-ка. О. Так, воу. Так. Блин, что я уже зачесался после этого, после этих убийств зомби. Так. Окошко. Так, здравствуйте. Я вас здесь не ждал. Вы не мой гость. Так. Осторожно. Так, там стреляют. Так, давай Томми-ганом. Томми-ган! Ой, зачем я кинул гранату? Лох. Так. Воу. Душволка. О, это плохо. Воу. Так, ну-ка. На вам сдачу. Лохи. На-ка. Воу. 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 Да блин, а! Грёбаная плита! Так, тихо! Да ёкарный бабай! Во! Так, подожди, у меня что Томми-ган есть, но... Как вещал сам Сталин расстрелять этого мудака! Так. Так, так, так. Блин, пистолет бесконечные патроны, но блин. Мне пистолет не очень нравится. Get the guy? Приготовь этого парня? Окей. Окей, вы чё, каннибалы? Да ехрены. На. Давай. О. Нет, самое интересное, я по ним попадаю, а они умирают только со второго выстрела. Как так? Они должны были умереть с самого первого выстрела. Почему они умирают только со второго? Так. Моя точка. Мою точку не трогать. Так. Хотя их можно было напалмом зажечь, но решил не мучить их. Так. А, только эти, ну ладно. Так, подкатывай, 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 подкатывай бочку ко мне, подкатывай, слышь? На-ка! Мой ответ твоему подкату. Так. Валите с этой точки! Так. Господи, двустволка, она так долго перезаряжается. Так, револьвер. Томми-ган. Томми-ган, блин, бери! Во. Так, есть. И хэдшот. А, все, понял. Изи. Это было изи. А, я не могу сквозь машину стрелять. А я так надеялся. Да блин, уничтожься ты, гребаный зверь! Солдат! Так, во. Так. У меня тут есть идея похлеще. Во. Зашибись идея. Как он так?
По-моему, отличный лайфхак. Загнать зомби и их хозяин. Лайфхак для выживания в зомби-апокалипсисе. Так, тихо. Свалил. Так, эть. На тебе, блин, а! Во. На-ка. Напал вам на завтрак. Так, во. Отстаньте от меня, вы! Не свежее дыхание. Так. Да ешкин! Да блин, а! Да как вы? Во. Блин, они появляются все и сразу. Не могли бы они хотя бы по очереди появляться уж что ли? Для приличия. Во. Так. Зашибись. Попробуй. Какой. Ой-ой. Ну ладно. Надеюсь, теперь меня этот не догонит. Ой-ой. Так, так, тихо-тихо. О! Займись-ка. Так, ой! А, подожди. У меня же есть тот, чего нет у них. Преимущество с томиганом. Так, ясно. А чё бочка не взорвалась? Ну блин, взорвайся, бочка! Ну-ка, 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 ну-ка! Свалите своего огорода, эй, вы! Отвали от меня! Скотина, блин, я почти дошел уже до выхода. Точнее, до входа. Ну ты мразь, конечно, блин. Кто главное бочку-то поставил около входа? Зачем она там нужна? Да блин, а ты чё читерский такой, да ну отстань! Отстань от меня! Я тебе ничего не сделал, а ты ко мне пристаешь, тварь! Вот, займись ими лучше, для приличия. Я невкусный, так. О. Так. Так. Ну кидай гранату, алё! Во! Можешь ведь, когда захочешь? Можешь. Но, блин. Капец какой-то. Ой. Так, какой-то у нас стрип-клуб. Воу. Еще и женщина с крестом. Вот это да. Вот это прикол, ребят. Ну ладно, ребят, давайте пока что на этом я закончу. Это уже немного подустал с этой игрой. Ссылка на ВК в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. И удачи.